Здравствуйте, уважаемые студенты. Вашему вниманию предлагается курс лекций по предмету истории экономики. Это обязательный курс, который читается во всех учебных заведениях Запада для экономистов, юристов, историков. Этот курс имеет свое прошлое, ибо он начал преподаваться в 80-х годах 19-го столетия. Практически одновременно в Англии, Германии и России такие крупнейшие экономисты, как Арнольд Тойнби, Эшли, Бюхер, Левицкий, начали читать эти курсы. Еще ранее сформировалось направление в экономической науке, которая изучала историю становления, развития хозяйственных отношений, форм и методов экономического сотрудничества и так далее. Можно сказать, что истоками истории экономики как науки стали труды выдающихся представителей классической школы. Это Вильям Петти, основоположник классической школы Адам Смит. Однако подлинное развитие истории экономики как науки, или как ее называли, истории народного хозяйства, или истории быта хозяйственного, относится к середине 19-го столетия. Небезызвестная немецкая историческая школа в лице таких ее крупнейших представителей, как Фридрих Лист, Карл Бюхер, Рошер и многие другие, Гильдебрандт и так далее, Зомбарт, наконец-то, были основоположниками истории экономики. Их труды до сих пор являются образцами для современных экономистов. Предметом истории экономической науки, к предмету о истории экономической науки. Что же изучает история экономики? На сегодняшний день нет единого взгляда на этот вопрос, как, впрочем, и в прошлом. Как вы видели, одни исследователи полагают, что история экономики – это наука об истории производства, его конкретном многообразии на различных этапах исторических эпох. Ряд исследователей, среди них крупнейший отечественный ученый, русский ученый Маслов, полагал, что история экономики – это история производительных сил, форм их распределения и перераспределения. Ряд современных исследователей полагают, что предмет данной науки, истории экономики, можно как бы разделить на два слоя и рассматривать его в узком смысле, как изучение хозяйственной деятельности народов различных стран, развитие их производительных сил, смены способов производства, а также и в широком смысле. Тем не менее, современная наука склонна определять предмет истории экономики как науку, которая изучает трансформацию основных типов и моделей хозяйственной жизни общества. Таким образом, неопределенность предмета экономической науки рождает
массу школ, у которых имеются свои подходы к предмету, к данному предмету. Несмотря на это, можно согласиться с последним современным определением предмета истории экономики. Как же изучает названный предмет данная наука, данная дисциплина? Иными словами, каковы методы изучения данного предмета и изучаемых, исследуемых объектов? На сегодняшний день накоплен целый арсенал методов, среди их можно назвать следующее. Безусловно, это исторический метод или историко-генетический. Он основан на последовательном анализе фактов и самого процесса развития, эволюции изучаемых объектов. Это позволяет обеспечить конкретность, а также установить некие зависимости в виде причинно-следственных либо функциональных связей между изучаемыми объектами. Второй не менее важный метод, который получил всеобщее признание, широко используется современными экономистами, историками, это системно-структурный метод. Ибо экономические отношения, экономика является системой. Под системой мы понимаем в данном случае некий порядок элементов, входящих в нее, который обеспечивает единство самой системы. Следующим методом является историко-сравнительный, который позволяет учитывать разнообразие различных вариантов, типов изучаемых объектов. Историко-типологический метод, рождение которого, пожалуй, относится к рубежу 19-20 столетия, особенно с появлением работ таких выдающихся мыслителей, экономистов, философов, социологов, таких как Макс Вебер. Этот метод выявляет однородные свойства и черты изучаемых объектов. Безусловно, экономическая история не может обойтись без статистического метода. Без такого метода, который на сегодняшний день широко используется не только экономистами и историками, как количественного метода, поскольку объект экономика безусловно подразумевает взаимодействие людей, субъектов хозяйства, центром которого, безусловно, являются люди, экономическая история широко применяет методы социологии, психологии и так далее. Вообще, арсенал методов экономической истории не определен четко в силу многозначности и сложности объекта. Вот с таким инструментарием историки-экономисты и подходят к изучению предмета. А с какой же целью изучается предмет? Он изучается с целью установления, выявления закономерностей. Как и любая другая наука, экономическая история занимается поиском закономерностей процесса эволюции хозяйственных отношений,
Одной из таких закономерностей является периодизация истории экономики. Вернее, проблема периодизации истории экономики. Здесь также нет единства. Основоположник исторической школы Фридрих Лист выделял 5 стадий развития экономики. Это дикость, пастушеская стадия, земледельческая, земледельческо-мануфактурная, земледельческо-мануфактурно-коммерческая. Его ученик Карл Бюхер различал 3 стадии развития экономики. Замкнутое домашнее хозяйство, городское хозяйство, народное хозяйство. Существует огромное количество периодизаций экономической истории, которые претендуют на всеобщность. Среди них, безусловно, можно назвать и вариант периодизации Карла Маркса. Формационный подход к развитию экономики позволил ему выделить несколько типов экономических отношений, через которые прошли, по его мнению, и по мнению современных марксистов, все народы. Это известное пятичленное отделение истории экономики. Первая стадия – первобытно-общинные отношения, затем рабовладельческие, феодальные, капиталистические и, наконец, коммунистические отношения. Это деление Маркс частично в одном из вариантов упрощал. И пятичленное деление формационное выглядело следующим образом. Оно было сведено на 3 стадиям. Первичную или архаичную, вторичную или экономическую, и третичную, коммунистическую формацию. Безусловно, такое деление, как, впрочем, и предыдущие, представляются весьма условными и постоянно требующими коррекцию. На коррекции. Их недостаток заключается в том, предыдущих вариантов, показанных здесь, что в основном их авторы закладывали идею о первичности или господстве какого-либо одного из факторов развития. Если это касается марксовой периодизации, то первичным господствующим фактором являлось развитие производительных сил. И на их основе уже развитие и смена производственных отношений. Это был несколько вульгарно-материалистический подход, хотя, безусловно, во многом оправданный и обоснованный. В последнее время, имеется в виду на протяжении 20 века, марксовая периодизация развивалась в работах его последователей в России. И отечественная
школа историко-экономическая развивалась под влиянием этих вариантов периодизации последователей Маркса. Так, Лениным еще в 1894 году было введено понятие общественно-экономическая формация. Формационный подход был закреплен в работах Иосифа Виссарионовича Сталина в середине 30-х годов и господствовал вплоть до начала 90-х. В то же время, приблизительно в начале 20 века, в западной историко-экономической науке начинает быстро завоевывать популярность цивилизационный вариант периодизации. Он выглядит примерно так. Цивилизация – это длительные исторические циклы развития, включающие группу стран или регионов, и локальные, и более короткие исторические циклы, включающие одну или нескольких стран, имеющих общую специфику. Цивилизационный подход, с помощью цивилизационного подхода делалась попытка избежать издержек подхода детерминистского. Это касается не только, как я уже говорил, варианта периодизации Маркса, но и многочисленных вариантов школы исторической. Цивилизационный вариант позволяет увидеть многообразие и в какой-то степени неповторимость хозяйственных отношений, форм, типов, методов хозяйствования у различных народов в различные эпохи. На сегодняшний день цивилизационный вариант, пожалуй, наиболее приемлемый. Его создатель Арнольд Тойнбе насчитывал приблизительно 30 цивилизаций. А среди существующих цивилизаций приблизительно 12 ныне существующих цивилизаций, резко отличающихся друг от друга. Тойнбе доказывал, что одна цивилизация, даже взаимодействуя с другой, сохраняет свои особенные принципиальные черты. Цивилизация замкнута в себе. Однако что же общего в таком подходе? Здесь есть общий стержень. Все цивилизации, будь то индуистская или западноевропейская, проходят единый цикл. От рождения, через зрелость к упадку. В настоящем курсе мы будем придерживаться следующей периодизации. На доиндустриальное, аграрное или традиционное общество. Индустриальное и постиндустриальное. Замечу, что в этом варианте периодизация истории экономики преобладает некий западный техногенный, пожалуй, возможно, даже технологический
взгляд на развитие экономики. Один от другого названные этапы отличаются по типу использования ресурсов, по методу их использования, технологиям, отношению человека к окружающему миру и другим людям. На современном этапе появилось несколько направлений в изучении истории экономики. Сегодня наиболее популярными из них являются две школы. Новая экономическая история, которая исследует проблемы экономического роста и долговременные тенденции развития экономики с центрами в США и Великобритании. Ее крупнейшие представители – Фогель и Норт. А также новая историческая наука, которая ставит свои задачи исследования хозяйственных вопросов, актуальных для современности, с центром во Франции. Ее крупнейшим представителем является Фернан Бардель. Нужно сказать, что эти две школы получили признание, особенно американская школа. А в 1993 году упоминавшимся мною американским ученым Фогелю и Норту были присуждены Нобелевские премии за разработку экономических методов изучения истории. В заключение первой части нашей лекции следует сказать несколько слов о тех функциях, которые выполняет история экономики. Это функции как научные, так и учебные. Во-первых, важнейшая функция аккумулирующая или накопительная. Историческая наука, историко-экономическая наука, накапливает необходимое количество фактов экономической жизни, что позволяет в дальнейшем анализировать их и подкреплять экономические концепции, теории этими фактами, либо опровергать возникающие теоретические положения. Экономическая история, как учебная дисциплина, выполняет подготовительную функцию, пропедевтическую, если окончательно переходить на латынь. То есть она вводит будущего экономиста в курсы других дисциплин экономических. Она ставит свои задачи обогатить лексику будущего экономиста новыми понятиями. Наконец, экономическая история выполняет мировоззренческую функцию.
она призвана сформировать научную картину мира, процесса хозяйственной эволюции. Немаловажной функции экономической истории как науки и как учебной дисциплины является формирование реализма экономического мышления. Ведь экономическая история – это не история достижений хозяйственных человечества, но это и история крушений и провалов, которые столь часты в нашей современной экономической жизни. Изучение комплекса как позитивных, так и далеко не позитивных моментов в экономической истории человечества действительно призвано сформировать реалистический взгляд на действительность. Ну и, наконец, еще одна из функций называется методологической. Частично о ней уже говорилось. История экономики выполняет методологическую функцию, иллюстрируя те законы, которые открыты или сформулированы экономической наукой. А методологическая функция заключается в той критической роли, которую выполняет экономическая история. Ибо она ставит под сомнение, либо наоборот, подтверждает правильность экономических теорий. Ну и, наконец, методологическая функция, безусловно, заключается в функции научного обоснования законов, сформулированных теоретиками экономии. Первобытное хозяйство, основные этапы и черты. Это первое, как мы видим, формация, ибо мы в нашем курсе не будем также сбрасывать со счетов и безусловную обоснованность и формационного взгляда на историю экономики. Так вот, первобытное хозяйство явилось первой формацией в той длинной доиндустриальной эпохе традиционного общества. Первобытное хозяйство – это, пожалуй, самое длительное эпоха в хозяйственной истории человечества. Ее нижняя граница не определена в силу того, что не определен и сам, пожалуй, момент появления особи, предшествовавшей Homo sapiens. Антропологи не имеют общего взгляда, не имеют общего мнения по поводу того, когда прото-человек стал отделяться от животного мира. Разброс здесь очень велик. Отдельные исследователи утверждают, что или пытаются доказать, что прото-человек появился 3 миллиона лет назад и даже более в раннее время.
отдельные исследователи доказывают, что особь, подобная человеку, стала появляться 500 000 лет назад. Таков разброс всего этого и рамки изучаемого периода крайне неопределенные. Однако, как экономистов, для нас, как для экономистов, это не представляет, на мой взгляд, во всяком случае, какого-то существенного принципиального, существенной принципиальной проблемы. Важнее определить общие черты, характерные для данного периода. Итак, как я сказал, нижний предел не определен, но мы можем определить, во всяком случае, верхний предел периода первобытного хозяйства. Это приблизительно 4-5 тысячелетия до новой эры. Чем же характеризовалось в целом, каковы были признаки первобытного хозяйства? Прежде всего, следует отметить сравнительно низкий уровень и сравнительно медленное совершенствование производительных сил. Медленный темп развития общественного устройства. Помимо этого, первобытное хозяйство, первобытный строй характеризовался следующими чертами: коллективным присвоением природных ресурсов и результатов производства, уравнительным распределением и социальным или общественным равенством, наконец, отсутствием частной собственности, эксплуатации, классов и государства. Таковы общие черты, безусловно, далеко не исчерпывающие характеристику первобытных хозяйственных отношений. Мы уже говорили два слова о хронологических рамках первобытного общества. Обратите внимание на внутреннюю периодизацию, внутреннюю этапность всего выделенного нами отрезка времени, этой огромной эпохи. Первобытное общество вполне укладывается в следующие рамки. Это каменный век. 3 000 000 лет тому назад, конец 3-го тысячелетия до новой эры. Бронзовый век, конец 3-го тысячелетия, 1-е тысячелетие до новой эры. И, наконец, железный век, 1-е тысячелетие до новой эры. Безусловно, это периодизация весьма приблизительна, как вы видели, хотя бы исходя из того, что нет единого мнения о верхнем пределе, о нижнем, простите, пределе, то есть о начале, о моменте начала эпохи. Кроме того, известно, что уже в 4-м тысячелетии появляются первые цивилизации. Это уже был второй этап в развитии доиндустриальных отношений. Это великие цивилизации Шумера, Египта, Греции и так далее. Вот помимо условности деления этого огромного периода, существует наличие огромного количества белых пятен. Дело в том, что о
об уровне развития хозяйства, о типах, методах, формах хозяйственных отношений для первобытно-общинного общества, в основном можно судить на археологических источниках. Известно, что археологические источники представляют собой, в основном, безусловно, некие спорадические находки в том или ином регионе, месте. Перед археологами встает огромная проблема датирования обнаруженных ими источников. К тому же существует проблема сохранности этих источников и так далее, и так далее. Их идентификации и прочее, что не позволяет делать весьма, ну, я бы сказал, прочные или обоснованные заключения о развитии объекта нашего исследования. Существует, так сказать, поскольку основным источником является археологический источник, то существует следующая хронология первобытного общества. Наиболее длительный период его называется палеолитом. Палаиус – камень, древнекаменный век. Затем мезолит, среднекаменный век. И неолит. В дополнение к названным чертам первобытного общества можно назвать следующее. В основном в первобытном обществе господствовало присваивающее хозяйство, которое начинает вытесняться производящим лишь в эпоху неолита. Основой производственных отношений была коллективная общинная собственность на орудия труда и средства производства. Одной из чертой был низкий уровень и медленные темпы развития производительных сил, о чем уже говорилось выше. Наконец, уравнительное распределение материальных благ. В условиях первого этапа первобытного общества, самого длительного его этапа, палеолита, человек или проточеловек в лице известных вам пятикантропа, синантропа, медленно получал навыки взаимодействия с окружающей средой, взаимодействия с особями себе подобными. Однако здесь не происходило каких-то серьезных качественных скачков в хозяйственных отношениях, технологии. Впрочем, по немногочисленным и, как я уже говорил, спорадическим археологическим находкам
можно судить о крайне медленном прогрессе в развитии орудий труда. К началу мезолита произошли некоторые изменения в обработке камня. Известно, что уже в период палеолита возникали как временные, так и более длительные стоянки людей. Но в основном, безусловно, в период палеолита протолюди вели кочевой образ жизни и хозяйствовали, пожалуй, в силу своего присутствия в данный момент и в данном месте. Начало мезолита было отмечено качественным изменением. Примерно 100 тысяч лет назад, как утверждают антропологи, вернее, ряд антропологов, появился тип современного человека. На смену Homo habilis, человеку умелому, приходит Homo sapiens, человек разумный. Под влиянием чего произошел переход? На это наука, современная наука, ответить однозначно не в состоянии. В антропологии существует проблема отсутствующего звена, missing link, проблема отсутствующего звена – это проблема отсутствия переходной особи от Homo habilis, несмотря на Homo erecticus и так далее, я упрощаю, безусловно, данную антропологическую схему к Homo sapiens. Но тем не менее, можно вполне утверждать, что приблизительно 100 тысяч лет назад, в эпоху начала мезолита, появляется Homo sapiens, и его представляет человек человек кроманьонского типа. Что же отличает хозяйство и отношения этой новой особи и предшествующего ему неандертальца? Ну, прежде всего, кроманьонский человек научился добывать огонь. Это был качественный скачок в развитии производительных сил по сравнению с предшествующей эпохой. Кроманьонский человек качественно улучшает, совершенствует орудия труда, переходя к новым технологиям обработки камня. В этот период мезолита, появляются такие современные, до сих пор используемые средства охоты в основном, как лук, стрелы, копье, гарпун и так далее. Вот с таким, да кроме того, кроманьонский человек уже в какой-то степени качественно улучшает свое жилище. Кроманьонский человек отличается
большей оседлостью и так далее, и так далее. Что означает оседлость? Она означает, что карманьольцы уже не ведут преимущественно кочевой образ жизни, хотя это тоже так. Кочевой образ жизни, безусловно, остается. Но карманьольский человек склонен возвращаться на то место, где он получал более обильную добычу и так далее. Наконец, в период мезолита, на мезолит характеризуется, если все собрать, так сказать, сказанное и кое-что еще добавить, то у нас возникнет следующая характеристика хозяйства периода мезолита. Но, во-первых, произошло отступление ледника на север, и ареал расселения первобытного человека стал расширяться. Я уже говорил о микролитической технологии обработки камня. В период мезолита возникла новая технология обработки камня. В основном это было, конечно, кремень, но орудия, изготовляемые труда, стали более изящными, можно сказать, более портативными. На этот период приходится расцвет такой традиционной отрасли первобытного человека, как рыболовство. Начинается одомашивание животных. И, как я уже говорил, переход к более оседлому образу жизни. Следующий этап в развитии первобытного хозяйства назван нами неолитом. Среди историков экономики, и не только среди них, зачастую говорится о неолитической революции, то есть качественном скачке в развитии первобытного хозяйства. Чем же он характеризовался? Следующими чертами. Произошел переход к преимущественно производящему хозяйству. Мы уже говорили о том, что первобытные люди в основном это кочевые люди, хозяйствующие в силу своего присутствия в данный момент, в данном месте. Как только ресурс на этой территории был исчерпан, использован, приходилось приходить на следующий. Теперь же переход к производящему хозяйству. Неолитические люди сумели воспроизводить ресурсы. Имеется в виду, возникают элементы земледелия, элементы животноводства. В силу этого в период неолита происходит первое грандиозное общественное разделение труда. Отделяется земледелие от животноводства. Можно, конечно, говорить скотоводство, но понятие животноводства, на мой взгляд, более широкое. В рамках же неолита происходит и второе общественное разделение труда. Речь идет об отделении ремесла от земледелия и от животноводства. Все это входит в понятие неолитической революции. И, наконец, в рамках неолита
происходит, возникает новая структура, если угодно, социально в данном случае, отношений. Происходит переход от родовой общины к территориальной. То, что касается базовой отрасли, на которой отделяется от животноводства и ремесла сельского хозяйства, то здесь налицо явный прогресс, несмотря на то, что основными средствами или орудиями труда оставались средства и орудия труда, возникшие еще в период мезолита. Тем не менее, они усовершенствуются. Это преимущественно мотыги. Появляется серп. А что касается уже и так далее. Но самое главное, пожалуй, что возникают элементы поливного земледелия. И намечается явный переход к земледелию пашенному. Если говорить о животноводстве, то здесь можно увидеть и, так сказать, а такие отрасли, как разведение крупного рогатого скота, тяглового скота, а также и элементы птицеводства и так далее. В ремесле происходит качественный скачок. Окончательно оформляется гончарное производство, гончарное ремесло, если угодно, вместе с появлением гончарного круга и гончарного горна. Вообще само появление керамики в целом относится к более раннему периоду, к периоду еще мезолита. Но само появление керамики даже в период мезолита и тем более такое ее сильное развитие в неолитическое время свидетельствует о том факте, что хозяйственная деятельность людей стала более производительной. И необходимо было сохранить тот самый добавочный продукт, сохранить его от порчи. Так появилась керамика. И вот само развитие гончарного дело на гончарного ремесла, особенно в неолите, говорит о существенном, о качественном, может быть, даже революционном на то время росте производительности древнего человека. Безусловно, был сделан серьезный качественный шаг и в развитии кожевенного производства, ювелирного и так далее. Орудия труда, несмотря на то, что они оставались в основном каменными, получают совершенно новые качественные приемы. Это тончайшая шлифовка орудий на труда. Широко используются составные вкладышевые орудия труда и так далее, что, безусловно, повышает производительность, долговечность, прочность, многофункциональность и специализацию и тех орудий и так далее. Происходят изменения и в строительстве, о чем свидетельствует находимые археологами образцы неолитической архитектуры, в основном
жилищный. Происходят изменения и, как уже было отмечено, в родовом устройстве. На смену родовой общине, как мы уже говорили, приходит община территориальная, община соседская. А поскольку происходит деление, поскольку возникают все новые и новые субъекты хозяйства в лице соседской общины, постольку развивается и, видимо, феномен обмена между этими субъектами хозяйства. А этот обмен, безусловно, носит спорадический, а возможно, даже некий ритуальный характер, нерегулярный. Однако это уже начало неких проторыночных отношений. Недаром в этот период даже появляется и, да, безусловно, обмен носил в основном бартерный характер. Вот, хотя некоторые исследователи, даже археологи, то есть археологи в основном, говорят, возможно, это и ошибочно, о появлении неких эквивалентов обменных, таких прото-денег, как бы мы сказали, или квази-денег, как бы денег. Ну и, наконец, итогом, который, к сожалению, вот не вошел в наш список неолитической революции, одним из существенных итогов этой революции является появление научных знаний, появляются счетные системы, что свидетельствует и о развитии обмена, и о том, что резко нарастет производительность труда, а возрастают объемы получаемого продукта. Кстати, вот современное слово «калькулятор» происходит от латинского «calculus», что означает «камень». По всей видимости, наши предки в период неолита использовали в качестве счетных единиц камни. В этот период, к концу неолита, можно говорить о появлении письменности. Это уже был шаг к новому этапу цивилизации. Следующий раздел заключительной нашей лекции посвящен становлению первых цивилизаций, восточному и античному варианту экономического развития. Первые цивилизации возникают в наиболее плодородных районах, поскольку земли, поскольку основным ведущей отраслью неолитического хозяйства все же являлось сельское хозяйство, то и цивилизации, первые цивилизации, возникли в тех районах, где существовали наиболее благоприятные условия для развития этой базовой отрасли. Первые цивилизации появились в 4-3 тысячелетии до новой эры в долинах рек, плодородных, Нила, Египет, Тигра и Ефрата, Месопотамия, Инда и Ганга, Индия, Хуанхэ и Цзы, Китай.
Нужно сказать, что основой хозяйства, цивилизаций, все же во многом была палеолитическая техника, а также орудие труда периода палеолита. Историки до сих пор не пришли к общему мнению, какой же цивилизации отдать приоритет. Я думаю, что этот вопрос нужно оставить чистым историкам, а нам же рассмотреть одну из первых цивилизаций с тем, чтобы показать общие черты новых хозяйственных отношений. Спор идет по вопросу о том, какая цивилизация, египетская или шумерская, возникла раньше. Давайте оставим это еще раз, скажем, историкам, а сами посмотрим на то, чем же характеризовалось хозяйство Древнего Египта. Хозяйственную основу этой первой цивилизации составляло поливное или ирригационное земледелие. То есть соединение ирригационных сооружений и поливных работ с примитивной техникой обработки земли. Основными вот подобная характеристика может быть отнесена в полной степени и к шумерийской цивилизации, и к древнекитайской, к древнеиндийской, частично, возможно, даже и к древней античной цивилизации римской, ну и ряда других. Историки экономики говорят о двух типах рабовладельческой цивилизации: восточной и античной. Нужно вам сказать, что это не две, как бы мы сказали, противоположные друг другу хозяйственные системы. Общие в них есть. Я уже вам сказал, что частично вот данную характеристику египетской цивилизации можно отнести и на Рим. Впрочем, то же самое можно сказать и о Древней Греции, как о первой античной цивилизации. Что их объединяло? И восточные, и античные варианты. Следующее обстоятельство. И та, и другая цивилизация возникли на широком использовании двух ресурсов, мы бы сказали, двух факторов производства. Это был фактор земли. В самом широком, кстати, его понимании, это не только земледелие, правда? Но это и рыболовство, и так далее, и горные дела. Итак, на использование фактора земли и фактора труда. Обилие или редкость того или иного фактора, некие пропорции между тем или другим фактором, на мой взгляд, и легли в основу появления двух вариантов. Однако основой хозяйства, как античной цивилизации,
так и восточной цивилизации являлось сельское хозяйство. А в чем же различие? Различие в следующем. Нужно сказать, что в восточных цивилизациях труд рабов не использовался повсеместно. А точнее, он менее всего использовался в базовых отраслях экономики. И прежде всего в сельском хозяйстве. А рабы в восточных деспотиях в основном использовались в домашнем хозяйстве, в качестве прислуги, использовались на государственных, общественных, храмовых, фортификационных, строительных, дорожных там, работах и так далее, и так далее. В базовых же отраслях, и прежде всего в сельском хозяйстве, в ремесле, я уже по ранжиру говорю, да, трудились свободные общинники. В то время как в античных цивилизациях, в Греции и Риме, использование рабов было повсеместным. К чему это приводило? И, собственно, почему появился феномен рабства? На наш взгляд, феномен рабства появляется по причине, прежде всего, сравнительно низкой производительности труда в базовых отраслях. Иными словами, занятый в сельском хозяйстве не всегда мог произвести дополнительного продукта. Не говоря уже о том, что зачастую не мог даже обеспечить полностью, так сказать, свои потребности. В условиях разложения первобытных отношений в эпоху окончания неолита, как я уже говорил, появилась соседская община. Вместе с этим довольно быстро пошла имущественная дифференциация по различным причинам. А вместе с этим возникало некое социальное неравенство. Так вот, первые цивилизации характеризовались появлением феномена государственной власти. То есть возник некий институт, поставивший себя в политическом и имущественном отношении выше основной массы или подавляющей массы населения той или иной территории. Этот институт власти требовал, безусловно, ему требовалось некое материальное обеспечение. В условиях, когда производительность труда была крайне низкой, и, как я уже сказал, в тех условиях, когда непосредственный производитель не мог даже иногда прокормить и себя, новая структура
могла присвоить себе часть необходимого ей продукта за счет ущемления интересов непосредственного производителя. Но как это сделать, если производитель не может прокормить зачастую и себя, только с помощью силы? Так появляется феномен рабства. Оно через феномен рабства, через феномен насилия у производителя отбирается не только часть произведенного им добавочного, дополнительного продукта, но и часть необходимого для его жизни, для продолжения его рода продукта. По всей видимости, вот феномен рабства обязан своему появлению именно этому обстоятельству. Действительно, с быстрым развитием производительных сил в период разложения последнего доиндустриального общества, феодализма, появляются либеральные доктрины, идет процесс освобождения личности и так далее, и так далее, его эмансипации. И сегодня наиболее обильные экономики, наиболее успешные экономики в политическом плане являются наиболее свободными демократическими странами. Феномен деспотизма, феномен насилия сосредоточен как раз в странах, наименее развитых в экономическом плане. Это еще раз подтверждает вывод мой, такой достаточно необоснованный, возможно, о феномене появления, о причинах появления рабства. Так вот, к чему же это приводило? Поскольку отношение рабовладения в восточных деспотиях и странах восточного варианта развития не распространялся на основные сферы, то, следовательно, и процесс изъятия продукта оттуда, вернее, не столько процесс, сколько, так сказать, количество, объемы этого изъятия были несравненно меньшими, если мы посмотрим на античный вариант. Это, безусловно, влияло на процесс общего накопления и вело к, пожалуй, замедленному. То есть это был замедленный вариант накопления, что, я еще раз говорю, вело к замедленному последующему развитию. В античных странах мы наблюдаем обратный вариант. Базовые сферы экономики, как раз это сферы довольно широкого применения рабского труда, а следовательно и процесса накопления, ускоренного накопления. Мы можем говорить о быстром взлете культуры именно античных стран, таких как Греция и Рим впоследствии. В то время как страны восточной модели характеризуются замедленным, может быть, даже возвратным, таким циклическим развитием, некой неподвижностью. Кстати, и здесь была заложена некоторая бомба, но уже социальная. Нужно сказать, что
античные страны, античные античные цивилизации в сравнении с восточными действительно прожили весьма недолгий период. В основном причиной их гибели была внутренняя конфликтность. В то время как на Востоке также отмечались конфликты социальные внутри, но тем не менее развитие было более медленным, но устойчивым. Но устойчивым, не конфликтным. Так вот, давайте мы дальше рассмотрим восточную цивилизацию, восточный вариант в лице Египта. Основными чертами вообще восточного типа, и в том числе и Египта, была государственная собственность. И прежде всего на землю. Общинники, многочисленная община сохранялась, трудились на земле, которая принадлежала государству. И в качестве платы за эту землю, безусловно, была государственная трудовая повинность. Общины уплачивали государству некий налог, как правило, натуральный налог. В то же время нужно сказать, что все-таки сельское хозяйство – это сезонная сфера. Трудовая повинность – это не только вот работа на земле, принадлежащей государству, и уплата натуральных налогов, как правило, но это и трудовая повинность общинников в межсезонные периоды. На высвобождение большого количества рук способствовало строительству дорог, известных вам храмов, пирамид и так далее. И это тоже входило в понятие трудовой повинности. Как мы уже отмечали, труд рабов носил второстепенный характер. И я уже, забегая немножечко вперед, видимо, сказал о государственных общественных работах. Помимо этого, основными чертами восточного типа хозяйства была централизация экономики. Этого требовало, безусловно, прежде всего, базовая отрасль. Государство регулировало распределение воды. Пожалуй, следующая черта, жесткая структура общества, также вытекает из особенностей хозяйственного устройства. Только в условиях жесточайшей структуры общества можно было им манипулировать, руководить. О стабильности и неизменности феномена, о феномене стабильности и неизменности я уже сказал. Наконец, давайте мы рассмотрим варианты экономического развития второго уже, античного, античный вариант. И здесь коснемся, пожалуй, только Греции. Афинский вариант предусматривал преимущественное развитие торговли и ремесла, развитые товарно-денежные отношения, широкое использование рабского труда и демократическое политическое устройство.
тем же самым характеризовался и тип уже, вернее, вариант римский, античный вариант Рима. В то же время внутри варианта греческого варианта, можно выделить, простите, это афинский вариант. А в то же время, наряду с афинским вариантом, выделяется спартанский. Преобладание сельского хозяйства, слабое развитие торговли, ремесла и товарно-денежных отношений, большое число зависимых работников, олигархическое политическое устройство. Эти два варианта сложились на территории Древней Греции. Наиболее успешным можно назвать афинский вариант в сравнении с спартанским. Начало вот этой вариативности положили реформы. В Афинах это реформы начала VI века. Их инициатором стал архонт, то есть руководитель по существу Афин, Солон, по закону которого было отменено долговое рабство, касавшиеся прежде всего свободных общинников, были отменены, упразднены или аннулированы на разово имевшиеся долги и впредь поставлены ограничения в долговом рабстве. Одновременно Солон вводит по существу начинает аграрную реформу, была введена частная собственность на землю, положившая начало возникновению качественно новых субъектов хозяйства, не коллективных, не общинных. Одновременно с этим Солон культивирует, поощряет развитие товарных культур, которыми, впрочем, и до ныне гордится Греция. Это разведение оливок и виноградарства, что делает сельское хозяйство Греции высокотоварным и в основном ориентированным на внешний рынок. А вместе с этим Солон проводит ряд реформ, способствующих развитию отношениям обмена и торговли. Это и введение единых мер и весов, это, так сказать, начало чеканки монеты и так далее. В результате этих реформ к V веку Афины становятся самым торгующим государством. В истории Афин с момента Солона, пожалуй, начинается полисный период. Возникает феномен греческого полиса. Это самостоятельные территориальные хозяйственные единицы, во многом авторхичные, то есть самоизолированные как бы с точки зрения производства и потребления, но это город-государство. Город-государство, который не только самообеспечивает себя, но и охотно вывозит товары за рубеж. За рубежи Греции начинается период, так сказать, вот активной греческой колонизации, который совпадает с периодом развития полисов. Иными словами, афинский вариант можно назвать вариантом таким рыночным и вариантом демократическим. В то же время в Спарте происходит несколько иное. На рубеже 7-6 веков архонт Спарты Ликург запрещает иметь
спартанцам собственность, запрещает им иметь по существу деньги, богатство, так сказать, накапливать и так далее, и проводит политику постоянной ускоряющейся милитаризации Спарты. Свободные спартанцы – это воины. И вот в заключение нужно сказать, что эти два варианта впоследствии увидит и Европа в 20 веке, и в 19 тоже, ну, наиболее отчетливо в 20 веке. С одной стороны, это милитаризированная экономика, которая милитаризирована, а с другой стороны, экономика рыночная. Во всяком случае, борьба Спарты и Афин увенчалась успехом, первично успехом Афин, но в конце V века спартанцы подавляют Афины, и начинается с этим, вместе с этим, упадок экономики Афин и в целом античности. О Риме, я надеюсь, так сказать, слушатели посмотрят самостоятельно. Важно отметить следующее. А в чем же причины крушения рабовладения как варианта? Есть несколько причин. Самое главное в том, что труд раба был низкопроизводительным. Как замечали классики экономической истории в лице Эрница, Рим погиб от безделья и праздности. Но не от безделья и праздности патриция, а от безделья и праздности раба, которому было невыгодно трудиться. Ну, наконец, источник рабов иссяк к тому времени. Империи, античные государства достигли предела своего и территориального и так далее.